Здравствуйте. Проект «С миру по нитке» и с вами я, Калашников против Эстл. Видео снято специально для сайта Супермебель Билай. Итак, из новостей. Я все-таки решил не дожидаться никаких результатов. Я просто сразу решил отпилить вровень с плоскостью цилиндр, который я приварил, для того, чтобы получить возможность использовать его более широко. И если это решение окажется неоправданным, и мои опасения о том, что со временем вот эту шпильку вывернет на внешнюю сторону, я вам, естественно, в ролике это покажу. И тогда вернусь к первоначальному варианту, который из обозримых плюсов давал большую возможность регулировки для шпильки, для стола. Но поскольку у меня других столов нет, толщина столешницы у меня, так сказать, фиксирована, я подумал о том, что и у вас, скорее всего, вряд ли будет какой-то другой стол. То есть, возможно, эта регулировка не нужна, и можно регулировать, просто обрезав винт, чуть короче его сделал, если у вас толщина меньше, чем у меня. Итак, что мы получили? Получили то, что он зацепляется еще больше теперь. То есть он упирается не в цилиндр, а уже в сам винт, на 1,5 мм больше зацепления имеет. Здесь, как мы видим, при прижатии он предсказуемо выворачивает деталь. Но это все потому, что у нас не стоят здесь. Вот Володя пришлет кнопки. Кнопки у меня рассчитаны так, что они будут по высоте выше, чем эти, которые есть. И вот этого эффекта опрокидывания его не будет. Вот. То есть я думаю, что я все-таки по горизонтальному прижиму сделаю ролик отдельно. По его использованию. Потому что много вопросов, зачем он вообще. Но я хочу ответственно сказать, очень удобная штука, по крайней мере для меня. Возможно, после ролика вам тоже покажется это удобным. Ну и вот он. То же самое, обрезанное. Я шпильку выкрутил. И поскольку я здесь один, те порты остались, так и остались. А здесь я его сделал еще глубже. То, значит, сейчас, одну секундочку. Все. Деталь хорошо стоит, и вот в торец мы ее можем, поскольку я углубил, да, фрезеровку. То есть порт у меня работает именно в том виде, в котором он должен работать. Мне надо упираться в торец детали. Вот мы ее упираем. То есть я, основная плита у меня 19 мм. Мне хватает, я повторюсь, наверное, надо сделать видео, зачем они все-таки нужны. Хотя тематического видео достаточно в интернете, но в основном там показывают одно и то же. По шлифовальной машине, вот по работе с плоскостью, да, и там еще пару примеров и все. У меня чуть-чуть, может быть, еще что-то есть дополнительно показать. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.